Добрый день, сегодня 30 апреля. Впереди, то есть иду вдоль Луначарска. Знаете, какая красивая одуванчиковая полянка. Хочется вам показать. Никакие не тюльпаны. Смотрите, как приветливо, как пригоже. А вы на канале Пути с Агасией. Галина Амельянец канал. Вот сейчас мы увидим, как их увеличится. Траву здесь косили. Вот, все желтых крапушках. Это все очень мило и приятно для души. Не знаю, словом, немножко как-то туманно, влажность. Вот их тьма, мужчая. Очень симпатично. Мило и прилично. Когда не поднимать или настроение. Когда идешь на работу, смотри. Смотри под ноги. А вон здесь что творится. Вон какая прелесть. Идит улица Луначарского. А здесь одуванчиком в стороне. Хорошо. Ой, солнце палит. Вот кто-то ходит в майках. Мы приехали на выходные вот пораньше, чтобы пробки миновать. Кто смог пораньше, тем, может быть, и повезло. Ну вот, вот такая здоровенная. Вот впереди еще это пересечение с улицей Кира. Вот все усыпано. По правую сторону это первая школа. Чудесным образом. Вот, побольше бы еще деревьев. Некоторые вот, бац, пропадают. Пропадают, не переживаются. Пока-пока, хорошего дня!